настоящее время на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов. Доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, к сожалению, наблюдается увеличение этой категории граждан. Если посмотреть на структуру занятости, то около половины, то есть около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов у нас заняты низкопроизводительным трудом. Одним из решений, позволяющих повысить благосостояние населения, является развитие микро- и малого предпринимательства. На эти цели в 2023 году предусмотрено более 52 миллиардов тенге для всех регионов страны, что позволит выдать 11 тысяч микрокредитов.